Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мюзик, и сегодня мы с вами послушаем собачка Айлвай, блядь, Айлемиди, блядь, в общем, с Джангариком фит. Слушаем мы, потому что недавно как бы начали следить за Джоном Гариком, за Триксером в том числе, ну это как бы одно и то же, но Джон Гарик типа альтер-эго, ну типа хуй знает. Вот, ДТГ его сразу покажи. Короче, чел гений, мы обсуждали вот с Only Курсе там. Вот у нас же есть, да, списки артистов, не артистов, а релизов, которые мы будем обсуждать. И так как у чела ник через собачку, вот в ТГ просто это тупо на его ТГ ведет, тупо на его ТГ ведет, блять, он гений, он просто гений. Ты нажимаешь, там текст выделяется и просто на ТГ его ведет. Это ебанешься. Это просто ебанешься. Вот, если что, этот трек в голосовалке набрал 3%. По сути, занял последнее место. Ссылочки на ТГ в описании. Обязательно голосуйте за любимых артистов каждую пятницу. Ну и не забывайте также про Twitch, Boost и Discord. На Твиче у нас подобная история происходит. Короче, сейчас посмотрим, что нам предлагают ребята. Джон Гарик вообще, вот, очень крутой чел. Он мне очень нравится. Очень крутой чел с ебанутой реализацией. Крутой ритмикой чаще всего. А вот за первого чела не шарю. Но сейчас посмотрим, что это будет. Вот, если что, как бы можно и последить. Но я сомневаюсь, что это будет. Я вообще думал, брать трек в голосовалку или не брать. Но так как треков было дохуя, я решил, что добавим. Да. И надеюсь, не прогадал. Хотя трек 3% всего набрал. Типа, очень мало. Слушай, держись подальше. Это сейчас про Облу от Айси Мэнда. Это пиздец. Как говорится, не поздно офнуть. Еблище мне. Let's go. Я наполняю свой духовный стакан с вагом. Я не пошел в офис, вся моя жизнь будто бы игра в покер. Как Land Rover, прошел кучу дерьма, чем болят ноги. И поднял брови, ведь я устроил твоему бро гейм-овер. Лайк кроссовер, мой фильмец будет про квалов мой кофе. Мой фильмец будет про зазу в мой кофе. Мой фильмец будет про то, что вы лохи. Вроде не в теме, но я выгляжу, как будто я рой. Я как Джокер, мне нужно дерьмо, я не такси толкер. Но я не пойду работать в офис, я не фрик. Самый реальный в этом город, это дядя Мит. Не успеваю за делами, мне нужен двойник. Мне нужны быстрые бабки, нужен дофамин. На мне злые тапки, я как лазер дим. Тебе с нами не тягаться, мы таких едим. Бля, Джон Гарик выйдет, да, круто так. И со мной Джон Гарик, я не сважу, тебя потесним. Держись подальше от Воронежа. Я выхожу курить в чистом поле бланд. Поп хотел с нами. Я выхожу курить в чистом. Дайте начать ему. Поп хотел с нами дым, он тупой и бланд. Мне говорят, я вож, моя мама не бланд. Я скурился все мозги, и теперь я чистый бланд. А кто это хуярит? Это дядя Гарик. Я кинул один барик, я диджей спинарик. И у меня есть варик, я приятный нарик. У рэперов паника, я ебу жанра его парень. Легализуйте бомб, мы уничтожим Васик. Понесу дружку с братом и трахую суку часик. У меня в руке чапсик, я будто СВО участник. У меня есть бро в каске, найдем опа, если он гасит. Газ, газ, канапля сошел с ума, хует. Фрара, вот здесь стих, мы уебали пидора. Едем в большой бричке, у нас автоматы. Я похож на осетина, будто я сослан Федоров. Бля, ёбнутый. Подошла и мне сосала дважды. Трахнул ее один раз, это лишь однажды. Молодой Джон Гарик, со мной рядом. Ой, пиздец. Я не играю в доту, но мы затащим мид. Сразу видно, филологическое закончил человек. Блять, это просто пиздец. Это просто ебать. Охуеть. Просто вот это конец стрима. Вот это, блять, конец стрима. Ну я добавляю к себе, это охуенный трек. Без шуток. Текст ебнутый. Очень две охуенные подачи. Возможно, немножко ровненько, но похуй. Вообще похуй. Вот это в начале тема, то, что вот он все начать, блядь, не мог. Кайф, хуяно. Интруха вот это, да. Кстати, чел реально крутой. Чел реально крутой, он чувствует это дерьмо. И че, следить, что ли? Следить?
Окей, мы сейчас за всеми следим, в ком я не уверен, просто тут один пар всего лишь, через испытательный срок, поэтому... Да, вот он как фрешмен, кстати, будет у нас числиться, потому что, посмотрите на прослушки, он будет как фрешмен числиться. Может, он и не фрешмен, но вы поняли, но он будет числиться как этот самый, потому что мало прослушек тут. У него ВСК тоже, ну вот, не очень много, ну вот, вот, поэтому как раз по фактам. Будем за ним следить, пока что на испытательный срок. Прикольный чел, реально чувствует, пиздец чувствует. Я думаю, он пройдет испытательный срок, что типа что-то 2 из 3, 3 из 3. Крутой чел, будем следить. Так, ну а Джон Гарик на классе, но я бы, кстати, даже не сказал, что... я бы не сказал, что Джон Гарик сделал прям сильнее, чем этот чел. Просто чел вообще ёбнутый. Я бы даже сказал, что он сильнее, чем Джон Гарик. Бля, возможно, у Эвела стоит отобрать випку, потому что вот у него привычка писать по одной строчке, блядь, слово, и это в спам превращается. И только виперы так могут делать. Короче, классный трек, охуенный. Добавляем в общий. А я слушать не хотел, бля, прикиньте, 3%. Ну тут двойки точно, точно двойки. Тут точно двойки. Добавляем в общий, как будто разъеб. Я говорю, Венцук сейчас на второй I Hate Myself на, этот накопит. Он сейчас его на первое место поставит, блядь. Все, кайф, добавляем, охуенный трек. Так, кстати, на Джона тоже подпишемся. Но мы типа и так подписались. Вот, ну вы поняли. А что тут наш с Вилончиком альбом делает? Ладно, хуй знает. На этом все. Это был разъеб. Вообще угарнул жестко, охуенно. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, Discord. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.